Все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом в ежегодном послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Глава государства дал поручение, чтобы эта мера социальной поддержки начала действовать во всех субъектах страны не позднее 1 сентября 2023 года. Когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают. Забота семьи прибавляется. И на этом этапе ее также нужно поддержать. Чтобы организовать бесплатное, горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трех источников – федерального, регионального и местного. Президент подчеркнул, что во всех школах надо создать необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые, буфеты, а также наладить систему снабжения качественными продуктами. В учебных заведениях, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября этого года. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.